Владимир Путин написал статью для газеты «Известия». Название у этого текста длинное. «Россия сосредотачивается, тире, вызовы, на которые мы должны ответить». Автор статьи выступает как кандидат в президенты, пытающийся убедить аудиторию в том, что голосовать надо именно за него. Корреспондент «Дождя» Илья Васенин прочел этот опус и расскажет нам сейчас об аргументах премьера кандидата. Таня, доброе утро. Ну, реальная политика возвращается на улицы, и возвращается, собственно, она и в тексты президента. Начинает он именно с такого завуалированного, но, конечно, с обсуждения последних событий на улицах города. Демократии не будет, если политику не принимает большинство населения и... если политика не отражает его интересы, можно увлечь значительную часть общества звонкими лозунгами, образом прекрасного будущего. Если потом люди себя в этом будущем не увидят, они надолго отвернутся от политики. В общем, это наверняка про Болотную, там чувствуются звонкие лозунги, прям сразу встает картина последних митингов. Ну и делится Путин и своими ощущениями от политического процесса, такую своеобразную диалектическую схему он выстраивает, как сказали бы раньше. Постоянно повторяющаяся проблема в истории России – это стремление части ее элит к рывку, к революции вместо последовательного развития. Между тем, не только российский опыт, а весь мировой опыт показывает пагубность исторических рывков, считает Путин. Но описывает он, собственно, и... оппонентов вот этих элит, которые стремятся к рывку. Другая тенденция, противоположный вызов, склонность к застою, к иждивенчеству, неконкурентность элит, высокий уровень коррупции. Сегодня говорят о разных формах обновления политического процесса. Это уже точно про Болотную. Но о чем предлагают договариваться? Это, видимо, про Алексея Кудрина, как раз который выходил с предложениями о своем посредничестве в декабре прошлого года. О чем договариваться? О том, как устроить власть, может быть, передать ее лучшим людям, а дальше то что делать будем? Ну вот лучшим людям и звонким лозунгом Путин противопоставляет группу единомышленников, которая вывела Россию из тупика гражданской войны, переломила хребет терроризму, восстановила территориальную целостность и обеспечила один из самых высоких в мире темпов экономического роста, ну и повышения доходов людей, конечно. Ну, на этом останавливается автор очень подробно. Он сравнивает с 90-м, 91-м годом доходы среднего класса, как раньше, с 13-м годом, я помню. Все время сравнивали. Раньше, значит, по сравнению с 91-м годом доходы среднего класса выросли в 3 раза. Машины есть у каждой второй семьи, вроде как и с жилплощадью получше стало. Но, в общем, неудивительно, что теперь вот этот вот средний класс хочет влиять и на политику. Ну, вот будущее за молодыми людьми по высшему образованию. Мы ходим в 5-ку самых развитых стран. Если вот этих всех людей обеспечить, вот я для себя, насколько я понял, обеспечить всех, в общем, рабочими местами, то есть подстроить экономику под этих вот образованных людей. В общем, это позволит России претендовать на самые прочные позиции в глобальной экономической конкуренции. Но остановился Путин и на вызовах, и на последних лет, имеется в виду экономический кризис, обрисовал, в общем, такую вот эту внешнеполитическую ситуацию. Но, в общем, я думаю, это не так интересно, как вот эти вот внутриполитические свои выступления. Ну, возможно, эту тему он разовьет на своем сайте, он все обещает опубликовать там политическую программу своего президентства, которую, по словам пресс-секретаря, пишет от руки. Ну да, спасибо, Илья Васильевич, на Путине публицисте.